Здравствуйте. Сегодня хочу я поделиться с вами опытом, проведенным мною на рассаде перцев. Вы должны сами увидеть, есть разница или нет между этими четырьмя перцами. Наверное, я думаю, что вы все заметили, что этот перец лучше всех выглядит. Да, вы не ошиблись. Потому что этот перец был мною испытан на свойства его дальнейшего роста. В данном случае я добавлял для этого перца 3% перекись водорода. Брал с расчета 5 грамм чайную ложечку на 100 грамм или 50 грамм на 1 литр. В данном случае у меня простая вода из-под крана, 800 грамм воды, это десертная ложка 10-граммовая. Сюда добавляем мы 4 ложки, это 40 грамм перекиси водорода на 800 грамм воды. Теперь этим составом воды, так сказать, суперсредством, поливаем нашу рассаду под корень. В конце скажу о результатах, что нельзя делать. Под корень мы вот так поливаем это все, под каждое растение. Полили. Вся эта рассада находится в одинаковых условиях. И в среднем делаю полив один раз в 4-5 дней, когда земля подсыхает. По листочкам делаю распыление 1-2 раза в неделю. Здесь соотношение воды к перекиси делаю послабше. Это 30 грамм перекиси водорода на 1 литр воды. Этот перец я брал, когда делал эксперимент. Самый маленький был, он был меньше, чем этот перец еще. А этот перец был в то время самый большой. И вот мы видим итог. Этот был намного меньше от этого перца. И смотрим, обогнал даже сильнорослого перца на тот период времени, который был. Он обогнал его. И цвет листочков мы видим тоже темно-зеленого цвета. Что я хотел вам сказать еще в конце. В конце хочу сказать, что данная система подкормки, или можно сказать, данная система полива данной рассады не идет в земле, купленной в магазинах. И вот это тоже магазинная земля, но тут, как мы видим, все нормально. И это магазинная. Но здесь, я в последнее время попробовал полить, здесь появился белый пушок. Это с чем связано? Быстрее всего это связано с какими-то добавками тех или иных продавцов, которые продают данный грунт почвенный. Или думаем, что здесь повышена кислотность. И поэтому земля пошла белеть. Поэтому прежде чем поливать землю с магазина купленную, мы должны ее где-то отдельно взять и проверить, как она себя будет вести. Если будет идти белый налет наподобие пушка белого, то не стоит этого делать, потому что там большая кислотность, вероятно, и растению, не знаю, будет лучше или нет, я не пробовал, не могу этого сказать, но с огородной землей точно этого ничего не будет. И вот это у меня магазинная земля, тоже, как видим, никакого белого налета мы не видим. Вот такой небольшой совет я поделился с вами. Может, это видео кому-нибудь будет полезным, но применяя эту технологию полива данной рассады, мы увидим итог улучшения ее роста. Надеюсь, это видео может кому будет полезным. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем успеха, богатых урожаев. До свидания.